Добрый вечер. Хочу выразить вам признательность за то, что вы, несмотря на такую не очень джазовую погоду, или совсем джазовую погоду, провели геройский поступок и пришли на наш концерт. Я знаю, что еще многие мои друзья собирались, но, видимо, погодные условия не позволили. Сегодня у нас такой предпраздничный концерт, потому что лично у меня уже ощущение, что скоро Новый год. И вообще хочется чего-то светлого, радостного, позитивного. Поэтому нашу программу мы таким образом и построили. Естественно, у нас сегодня будет сюрприз, у нас сегодня в гостях звезда нашего российского джаза. Ну, кто в курсе, уже читал, наверное, в прессе. А кто нет, я потом объявлю, чтобы это было для вас сюрпризом. Итак, начинает группа «Квадро». Я сразу объявлю участников, которых вы, конечно, всех знаете. Но чтобы вы не забыли во время исполнения соло. Святослав Тюгучев, саксофон. Алексей Лебедев, бас-гитара. И сегодня с нами неповторимый, любимый всеми Петр Ившин. Вот в таком составе мы сыграем первую композицию, которая перенесет нас в весенний джаз фанк фьюжн. Она так и называется — «Майский джаз». Thank you.
Святослав Тягачев и Леша Лебедя. Сейчас немного романтики, немного фантазии. Эта пьеса была написана в Венеции. Она называется «Reflections» — «Отражение». Thank you.
Сейчас мы вместе со Святославом Чигучевым сыграем одну из наших любимых композиций, которая уже вошла в наши золотые хиты. Она называется «Обгони А8».
Квадро! Святослав Зимачев! Леша Лебедев! Петя Ившин! Спасибо. Сейчас наступает время сюрприза. Я хочу пригласить на эту сцену моего большого друга, лучшего нашего джазового певца, композитора-инструменталиста Сергея Манукяна. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Мы со Славой играем уже столько времени, что я уже даже не буду называть их цифру. Во избежание непонимания. Ну и естественно, как всегда, у нас экспромт такой, в общем, как и должно быть. Thank you.
Приглашаю на сцену замечательных артистов. Петр Ившин, Алексей Леньев, Святослав Тягучев. Мы сыграем Сережин блюз, который называется «Come on, baby». Что значит «не спи, детка». Слава, это вообще литературные переводы делаете. И кому любит, это значит, ну ты, короче. Давай.
Сыграем нашу композицию «Свежий квадрат». Thank you.
Лучший! Леша Лебедев! Святослав Тикучев! Все лучшие! Меня зовут Вячеслав Горский. Спасибо! Давайте сделаем небольшой аттракт. Так, мы начинаем второй день нашего концерта с лирической композиции. Это баллада, которая посвящается прекрасной половине человечества. Она называется «Баллада дождя». Thank you.
Сейчас получит композиция, которая с подачи моего друга получила название «Пицца в стиле фанк».
Молодой Гучев. Петиша! Сейчас вы услышите нашу довольно известную композицию, которая называется «Грёзы любви», но совершенно в другой аранжировке, где будет солировать Слава Тягучев. Thank you.
Сейчас я приглашаю на сцену Сергея Манукяна, и мы сыграем, думаю, всем известную композицию, которая называется «Московская самба». Мы с Сережей в дуэте ее еще записали на диске «Exotic Life», и было это совсем не так давно, в 2003 году. Итак, московская самба. Thank you.
Спасибо огромное, спасибо Сереже, что он нас сегодня порадовал и вместе с нами сыграл. Я, Сереж, очень тебе благодарен, для меня всегда счастье с тобой играть. Ну, как вы знаете, мы с Сережей... Спасибо. Мы с Сережей работали 7 лет практически без перерывов в дуэте. И теперь делаем небольшие перерывы, чтобы набрать новую энергетику, новую информацию. Но мы еще выдадим, новый альбом. Спасибо огромное, Сережа. Еще выдающийся друг и очень теплый человек. И благодаря этому, я думаю, эта энергетика, эта харизма чувствуется огромным количеством людей, поэтому так востребован, я просто за него счастлив. В заключение нашего концерта мы сыграем бессмертную композицию Гэри Брукера, которую называют «The White Shade of Pale». И опять она прозвучит в новом звучании. Нет, не прозвучит. Прозвучит! Слава Тикучев совершил еще один подвиг. Он выучил эту композицию, которую я всю жизнь солировал на клавишах.
Но время пришло, и саксофоном это звучит еще лучше. Итак, Dwight & Shade of Pale, Purple Harrow.
группа «Квадро». Леша Лебедев, Слава Тягучев, Петя Ившин. Спасибо вам огромное. Мы вас очень любим. Приходите всегда на наши концерты, следите за рекламой. До свидания!